собственного спортсмена 87 граммов 150 граммов. Антоха, молодец! Все спокойно, так как договорились. Ровно, красиво, как хотел. На третьем помосте выступает Никитенко Владимир Валентинович. Последующий не стоит сказать, что возрождение представляет Тулинский городской округ. Владимир является многократным победителем призером областных соревнований различного уровня. Открытых закрытых кубков чемпионатов собственных спортсменов 85 кг по 100 граммов. Тренируйтесь самостоятельно. Антоха, все ровно, спокойно, красиво, без фанатизма. Все как договорились. Аккуратненько. Данил является кандидатом мастера спорта.